Два лада. Пожалуйста, подойдите поближе. Как вы понимаете, храм у нас действующий, поэтому отвлекать особо буддистов и мирянин мы физических побуждений не имеем никакого права. Это амбасол, центральное строение храмового комплекса, где по умолчанию должно размещаться, располагаться в длине 20 монахов, то есть в длине новых последователей, новых монахов буддистов. А то, что я вам говорил, это новая статуя, это будто поместное влияние. Она сделана из кожи человека, за что бывает ее отсюда я помню, что такие рекомендации ВИЛ и плюс обратили ответственности и инвестировали драгоценными камнями. Даже отсюда хорошо отсюда можно сделать определенные резины. Вот мои резины, это все настоящее. Было состояние наших глаза. Вот, сам храм, как говорят ученые, был построен в начальный период становления государственности периода Аютаяна. Это 15 век, если точнее, там несколько источников, допустим, подарок. 405 и 1460 лет. Вот, прежде чем разместиться в храм, они поскольку... Два лада его бытия вопрошают один другого, и ответ – это сама его жизнь, и ближе к правде о человеке подойти невозможно. Владимир Набоков. Подлинная жизнь Себастьяна Найта. Какой ответ находит жизнь, кто знает, когда два разных лада бытия, сходя с один другого, вопрошают, и ни один из них – не судья. В своем предназначении культура послушно следует традиции отцов, и если не беречь при жизни шкуру, то есть пути и в царстве мертвецов. Такие у истории расчеты. Все очень просто, даже чересчур. Попробуй, человек, неважно, кто ты, эмпирик, стоик или балагур, прожить свой век, не предаваясь горю, но дорожа свободою благой, на старость лет переселиться к морю и обрести в религии покой. Таких вот народных супермаркетов можно увидеть от тест-колодов такие оранжевые ведерка, в которых там средства первой необходимости, такие фонарики, батарейки, рис с килограммами.